Строители приступили к заливке фундамента нового детского сада на 330 мест в Кубинке. Проектная площадь трехэтажного здания превышает 5000 квадратных метров. В нем разместятся просторные игровые и спальные комнаты, современный пищеблок, музыкальные и спортивные залы и другие помещения разного назначения. Ввести детский сад в эксплуатацию планируется уже в этом году. Работы идут по графику.